Участникам клуба «Активное долголетие» усидеть на месте непросто. Ноги сами пускаются в пляс. Не подпевать невозможно. Тем более, что все тексты они знают наизусть. «Одинокая гармонь» – любимая песня Тамары Масловой. Когда-то эту композицию исполняла ее мама. А теперь нередко поет и она. Мы собираемся очень часто у себя в кабинете в 33-м Доме офицеров и тоже поем вот эти наши народные песни. Они нам ближе. День славянской письменности и культуры широко, насколько это позволяют меры эпидбезопасности, отметили в парке Раздолье. Всеми любимые хиты исполнил оркестр солистов «Русские узоры». Репертуар подбирали специально. Мы готовили «Даль великую» песню, которую я исполняла в начале. То есть серьезная патриотическая песня. Вот. Ну и всегда мы добавляем, конечно, что-то веселое, чтобы разбавить серьезный репертуар. Зачем, зачем ты снова повстречался? Зачем нарушил мой покой? Многие уверены, песня «Каким ты был» народная. Музыку к ней написал Исаак Дунаевский, слова Михаил Исаковский. На праздничном концерте композицию исполнила Елизавета Антонова. А Юлия Журавлева признается, это и ее любимая песня. Это любимая песня моего мужа, не знаю, всем рассказываю. И я ее пою очень давно, и как-то вот она, у нее мелодия сама такая располагающая и очень душевная. Вот. Ну и текст, что я всю войну тебя ждала, и какая-то такая вот она необыкновенная и от души. Насладиться выступлением оркестра солистов «Русские узоры» собрались не только участники «Активного долголетия», но и представители культуры. Посетители парка тоже не смогли пройти мимо. Шикарный просто концерт для наших активных жителей Одинцовского городского округа, который сегодня мог себе это позволить. Это члены «Активного долголетия», это работники культуры, которые пришли в прекрасном парке Раздолье, отмечают этот праздник. Концертом под открытым небом остались довольны не только зрители. Музыканты признались, в таком живописном месте им еще выступать не приходилось. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».